Позвони отцу. Сколько можно ходить? Уже все готово. Абонент недоступен. Позвоните на пульт DVD. О, дед! А, привет! Привет! На. Нет, на. А цветочки кому? Так завтра же к бабушке едем. Вот я и решил купить. А то там вдруг не будет таких. Ты со мной поедешь? Угу, постараюсь. О, хорошо. Бабушка будет рада. Ну, наконец-то. Уже не мясо, а кожа носорога. Чипс оставь. Бать, пиво мне? Спасибо. Это что, компенсация за ожидания? Или ты пенсию получил? Приятное просто хотел сделать. Вот гостинцы и принес. Потом за теплым хлебом пришлось дальше ходить. Верочка сказала, что в наш почему-то не завезли. Привет, Татка. Завтра мы к тебе приедем. Наверное, соскучилась. Бриться не буду, ты меня всю жизнь бритьем мучила. А что? А теперь все так ходят, даже эти. Модно? Мачо, а? Ладно, побреюсь. Пап, ты идешь? Да, иду. Все, зовут. О, Вивальди. Помнишь, как ты меня первый раз на него затащил еще до свадьбы? А я идти не хотел. Бать, ты что, издеваешься? Ну, еда стынет. Хочешь, чтобы Светка сыпала по первое число? Давай, пошли. Взрослый человек, ну. Все, бегу. Ну, давай. Зовут. Пока. Отец. Я сколько раз тебя просил, когда выходишь на улицу, не забывай брать с собой мобильный телефон. А пульт от телевизора положи на место. Че? Опять? Ага. Перепутал. Угу. А я тебе дозвонюсь. О. Да, мы вас все ждем. Волнуемся, в конце концов. Да. Спасибо. Да. Ты хоть за столом можешь наушники снимать? Не может. Они его голову держат. Понятно. Он из них отключится. Спасибо. Серень, а ты пластинку слушал? Дед, я не люблю эту музыку в сонных и париках. Ну, серьезно, ну... Ну, музыке главное драйв, ты не поймешь. Может, среди этих кальсон и париков услышал бы что-нибудь? Ну, что он был первый рокер. Бать, ты про Вивальди? Ну? Че ты смеешься, Сережка? Это хорошая мысль. Надо где-нибудь на корпоративе будет вернуть. А ты пакетики купил? Прости. Для льда, я тебя просила. А, забыл свет. Угу. Ну, завтра купим, не переживай. Конечно. Все равно поедем в маркет покупать подарок Никитину на день рождения, заедем. Кстати, ты завтра с нами? Не могу. У меня туса. Ты можешь говорить по-русски? Туса у него. Ясно. Лёш, а ты меня перед этой тусой-то к маме отвезешь? Пап, ну прости, я... Ну, честное слово, забыл, блин, выскочил из головы, ну... Дурацкий день рождения начальника, не пойти нельзя, мы... Пап, ну, хлеба дай, пожалуйста. Давай на следующей неделе. Тем более времени будет больше. Купим краску, как ты хотел, все покрасим. Ну, господи, ну что за неделю может случиться, ну, отец? Ну, ладно, ладно, не надо, я как-нибудь сам доберусь. Николай Петрович, ну не надо, я сам. Но мы тут изведемся, в конце концов. Через весь город. Ну что, я маленький. Ну, Леша же сказал, на следующей неделе вас отвезет. А Света проконтролирует? Я проконтролирую. Ну ладно, завтра. В другой раз.
Приятного аппетита. Спасибо. Угу. Да, алло. Алло, Николай Петрович, это Верочка. Простите, какая Верочка? Из Продуктового. Хлеб привезли. Нет. Николая Петровича нет. Сереж, ты хоть наушники сними. Ты же знаешь, не может. У него на ней голова держится. Вивальди закачал. Кстати, там можно будет включить через динамики. И что, понравилось? Драйв услышал? Круто. Жалко, только деду не могу сказать. Ну почему не можешь? Приедем туда, и бабушке, и дедушке скажешь? Бабушке, дедушке. Нам пора. Да, поехали. Светку тебя забрать? Thank you.